Для гармонизации межнациональных отношений в Ивановской области потребовалась своя стратегия. На уровне государства такой документ уже есть, а вот в регионе до настоящего времени обходились без него. Нужно это для того, чтобы исполнительная власть губернии могла решать задачи государственной национальной политики согласно местной специфике. Вот, например, одна из проблем Ивановского масштаба – рост межнациональной конфликтности среди молодых людей в возрасте 18-24 лет. Несложно посчитать, что это студенты, и с ними должна вестись отдельная работа. И это лишь одно из направлений. Стратегию до 2025 года представили на Совете по гармонизации межнациональных отношений при губернаторе. Документ рекомендовали к принятию. Эта стратегия подразумевает различные направления работы по национальному вопросу. Национальный вопрос – вещь достаточно деликатная. Поэтому в этой стратегии и будут, вот, ну, я к примеру говорю, там, учащаяся молодежь, взаимодействие с диаспорами, взаимодействие в области культуры, то есть комплекс вопросов для того, чтобы, как наш совет называется, гармонизировать межнациональные отношения.